Ребятки, всем еще раз привет. Очередное у нас торжественное включение с праздника Дня Независимости в Нью-Йорке. Переместились мы уже с Андрюхой на Таймс-сквер. Ну, почти на Таймс-сквер. Вот у нас между Таймс-сквером и Брайан-парком мы находимся. Вот, у нас торжества продолжаются. Мы сейчас нажремся МакДака и будем буянить. Собственно, отмечаем День Независимости с Макдональдсом, но, правда, без кокаина и без слюк, но, однако, тем не менее. Вот. Вот такая у нас локация. Такое у нас вот это все вот. Смотрите, как красиво все там. Вот. И мы посреди Манхэттена, посреди Таймс-сквера. Где все люди на чили. Вот там еще тоже всякая красотень. Но она сейчас в тумане из-за салюта. Вот. Так что вот такие дела. Заказали мы макдачище. Для тех, кто в Нью-Йорке, если у вас соус называется вот так вот, вот мастер, то это будет карри. То есть он называется как горячая горчица, но горчица он никакого отношения не имеет, это просто карри соус. Вот такие вот румяные булочки. Посмотрите, какая красота. Вот во вкусе очка вас такой вот булочкой красивой не накормят. Вот, потому что там другая история чуть-чуть. Я не хочу даже уделять этому внимание в этот праздничный день. Так что, ребят, всем пока. Не скучайте, с праздником, с Днем Независимости вас. Так что, вот видите, кто-то уже отметил День Независимости. Вот. С Андрюхой мы сейчас отметим около вот этой жопы. Видите, тут скульптура жопки.